last year, Joe graduated high school. Joseph Paul Ablai. We also went to our kids' school for their ceremony and for all of them to say goodbye to all of their friends. It was so bittersweet. Then we hosted a party for Joey's graduation and our going away party. Thank you all for coming. Ну, у нас две причины, что сегодня мы собрались. There's two reasons that we're gathered here today. Опять-таки, во-первых, хочу поблагодарить вас, что вы все пришли. Thank you all for coming today. Если вы здесь сегодня, if you're here today, вы не просто для нас какие-то знакомые люди. You're not just people we know. Вы люди близкие и друзья, наши друзья. You're people that mean something to us. Две причины, что мы сегодня собрались. I can trust you. Go. Первое, мы, второй наш сын Иосиф закончил школу. Our second son Joseph finished school today. Очень важный шаг в своей жизни он закончил. Один период своей жизни он уже закончил. One period in his life, this important step in his life, he's already finished. И он переходит в следующий шаг в своей жизни, очень важный шаг. And he's going to transfer into this new stage into his life. Поэтому одна из причин, что мы хотели бы, чтобы вы сегодня помолились с нами. So, why you guys are here is the first reason is we wanted you guys to pray with us. Вторая причина, что мы сегодня собрались. The second reason why we are gathered here today. Большинство из вас, я думаю, все уже знаете. Most of you guys here, I believe, already know. Мы решились, и мы верим, что Бог нас ведет. Мы переезжаем. We have decided and are firm in our belief that we will be moving. Поэтому мы просим вашей поддержки и молитвы. So we are asking for your encouragement and prayers. Большое спасибо, что вы есть в нашей жизни. Big appreciation that you guys are a part of our life. Большинство из вас внесли какой-то вклад в нашу жизнь. Мы благодарны вам за это. A lot of you guys have contributed to our lives and have done something for us, so we thank you for that. Спасибо вам за это. Thank you guys. Мы просим, не забывайте нас и молитесь за нас. We pray that you guys not forget us and continue to pray for us. Мы верим, что Бог нас ведет сегодня другим путем. We believe God is leading us a different way. Поэтому не знаем, как будет дальше. And we don't know what's мы уже to come. Здесь все продали. We already sold everything right here that you see. У нас нет еще дома, мы не купили дома, мы не знаем. We have no home, we are homeless right now. Но мы верим, что Бог все устроит, Бог нас ведет. Amen. Может и вернемся. Как поведет Бог, мы доверяем Богу. Так что большое спасибо и просим, чтобы вы разделили эту... Спасибо, что пришли, просим, разделите с нами эту радость. И, как назвать, не знаю, ну, печалью не назову, но... Ну, нам тоже, нам очень трудно, это очень нелегкий шаг. It's very hard for us as well, this is not an easy step or easy decision. Так что давайте, пожалуйста, мы помолимся. Пастор Аркадий, можно вас попросить? Помолитесь, пожалуйста. Куда бы я ни поехал, где мы встречаемся с братом Аркадием, он всегда говорит, что я его друг, и мне это очень приятно. Теперь я могу сказать, это мой друг. И поэтому я попросил бы, чтобы пастор Аркадий помолился, благословил нас. И каждый из вас в молитве, пожалуйста, скажите слово. А если у вас во время молитвы будет какое-то слово, или сейчас вы хотите сказать, вы можете сказать. Мы верим, мы водимы Духом Святым. Если Бог вкладывает вам на сердце какое-то слово, пожалуйста, говорите. Хай Бог благословит. Пусть это будет молитва, ну, как бы, необычная. Пусть Бог так ведет. You guys feel led? We are all, or I believe most of us are led here by the Spirit. So if you feel led on your spirit to pray for us, say a word of encouragement, a word of knowledge or wisdom, please share with us, share with our family. In front of everyone, so this will be that time right now.
Thank you again. Бог во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господи. Ты дал нам возможность. Bittersweet as it is to leave Ohio and everything we have here, we are excited for what God has in store for us.